предыдущих сериях. Ты почти первая, кто меня догнал. Под ноги надо смотреть в следующий раз. А они давно встречаются? Недавно. Все, я отдохнул. Раз, два, три! А-а-а! Я же говорила, под ноги смотреть. Пошли в ограду, поговорим. Не знал, что вы встречаетесь. Идите сюда! Чё? Ты дурак? Я не ду... Рак. Алло. Выходи на колодец. Аня дура. Офигел! Ай, блядь, я же не тебе сказал. Она моя сестра. А, точно, а я и забыл. Короче, я услышал, что Аня с тобой встречаться хочет. Гонишь? Да серьезно тебе говорю. Ой, бля, не, в пизду, я домой. Ты куда? Домой. Почему? А, ну, да там срочно надо. А, ну ладно. Со мной Аня встречаться хочет, прикинь. Не, ну а чё, нормальный вариант. Чё угораешь, я с ней с детства знаком. Не, ну чувак, попробовать стоит. Хуйня ебаная, хуйня ебаная, хуйня ебаная. Артём, выходи на колодец. Поговорить надо. Хорошо. Пиздец, пиздец, пиздец. Ты уверена? Ну да, лучше уже сейчас. Ну, наверное. Давай ему позвоним
Я ему сейчас скажу. Ну, давай. Я тут останусь. Что-то случилось? Тут такое дело. Будешь с Кариной встречаться? Что? Короче, я услышал, что Аня с тобой встречаться хочет. Да серьезно тебе говорю. Да или нет? Не знаю. Но сегодня время до вечера. Надумаешь, позвонишь. Да! Быстро ты подумал. Это получается, теперь мы с ним встречаемся? Ну да. Ха. Ну ладно, пока. Пока. Это что сейчас было?